Молодец, Лунтик, хорошо. И опять повторяем. Смотри на жердь. Сильный большой полувольт у тебя получается. Потом тебе старайся сразу попасть на прямую линию на препятствие. То есть смотри постоянно. Одно препятствие проезжаешь, уже смотри на следующее. Уже смотри, да, уже смотри. Вот, супер. Отдаем поводочек вперед и прошагиваем, показываем лошади, что вот это мы и хотели. Молодцы, хорошо. Поддерживай наружным поводочком. Во, вот таким рабочим галопчиком и двигаемся, чтобы лошадь у тебя была под контролем, не убегала от тебя. Рысь, рысь, рысь. Переход. Слушает, слушает, да. Работа у него такая, тренера слушать. Меняйте направление. И подъемчик с другой ноги. Приготовьтесь. И делай подъем галоп с другой ноги. Не с той ноги. Вот сейчас не с той ноги. Переход в рысь. Разберись с поводьями, да. Подбирай поводочек. Хорошо, молодцы. Чуть больше ногой дожимай. И правым поводочком чуть-чуть полуодержечку такую, чтобы показать лошади, что надо с правой ноги. Двигайтесь, двигайтесь. Во, во, отлично, молодцы. И спокойненьким голубчиком, не напирай на него. Чуть правую ногу ближе к подпруге, прижми ее, прижми. Колено и голень. Не перегоняй. А, ты его туда, правильно, правильно, чтобы он зашел. Да, 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 чтобы он тебя не свернул.